Ковакин, Ковакин, на луксильно сфаре, вода, боку, а фала гаспа, ак вино, ак вагран, фоно сон синдроса, Ковакин, фари, кога мудра. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик, мы продолжаем играть в Skyrim. Так, короче говоря, я тут уже надумала примерный путь, куда мы отправимся и что будем делать. Блин, сейчас ночь, и я тут решила... Короче, я отправлюсь сейчас в Селитьют, а там вернусь в коллегию бардов, сдам квест, а потом отправлюсь. Хотя, если честно, блин, я думаю, что лучше, может быть, сразу... Ой, не туда поставила. Так, нам надо куда-то вот сюда. В эту сторону. Там, короче, я хочу свою броньку забрать, которая мне очень-очень нравится. Я, правда, еще в ней ни разу не бегала. Блин, а у меня тут кнопки не назначены. Черт. Черт. Побери. Ладно, пофиг. Это у меня просто, я забыла, у меня на другом персонаже назначены уже кнопочки. Так. На меня ничего не войдет, да? Я хотела там поторговаться. Думала, что продать. Так, мы сейчас... А, тут еще пещерка есть. Так, хорошо, ладно. Нет, не ладно. Ох, 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 ох. Так, сейчас я быстренько скину, что мне не нужно. Топор скорби, кстати, надо будет его отвезти. Так, нам этого, наверное, не хватит, да? Надо что-то еще скинуть. А больше нечего. Хреново дело. Ну ладно. Рюкзак одеть. Вот черный. Если только. А, вот, ибо они-то ни хрена. Я же это для продажи взяла. Часть амулета Голдора. Кстати, надо забрать часть амулета Голдора и выковать енту дело. Лидия, садись, поехали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ёшечки, ой-ой-ёшечки. Так. А, там, наверное, это... Хижина Краболов. О, а мы вот где, оказывается. Твою ж дивизию. Как же нам туда? Да как? Сейчас обычно. Так, выезжаем, поворачиваем на... А, ну мы же сейчас по этой дорожке. Пошли вы в жопу, у меня на вас времени нету. И так уже волчьих шкур выше крыши. Бегут, бегут, сволочи. Догоняйте. Блин, да нет, не это хотел сделать. Сейчас, ребят, я кнопки быстро назначу. Так, все нормально, теперь я могу. Не могу. Блин, забыла.
Ай, не туда полезла. Ладно, сейчас. А, я забыла сделать вот так. А теперь? Так, все. А, сбор у нас. Нет, это не то. Чё, нет, что ли? Блин, бред. А должно быть. Все, нормуль. Приходится слезать. Там волки, блин, чтобы... А, Лидия... Ну вот что вам не ясно, а, мать вашу? Теперь ты поплатишься. Лидия, нет! Лидия, нет! Фу-ху-ху. Замечательно. Добила. Так, а нам в какую сторону, собственно говоря? А, вот так сейчас по прямой, я сейчас туда выйду на дорогу. Да, я уже вижу. И куда налево, да? Сюда? Налево же? Да, мы сейчас доедем до Драконьего моста, и там будет недалеко уже. Там, кстати, есть такой забавный квест. Вот это я попала. Так. F5. Я, по-моему, конкретно попала, ребят. Ну, давай. Да отвали. Блин, а на нас напали. Сверху тоже. Ты чё ты тут на меня выпендриваешься? Вали его нахрен. Съездила я. А, во, так, да, прикольнее. А, съездила за броней, называется. Придется тут всех убить. Если придется, я тебя убью. Так, черти. Что это было? Сейчас узнаете. Да что? Кто ты мне, блин? Ах ты падла какая. Ну что, видишь? Сейчас он меня убьет. Они отходят, я по ним попасть не могу. Сволочи паршивые. Так. Капустный суп. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот эта хрень. Что тут еще можно сожрать? Готовенькое. О! Печеный картофель. Это мы хорошо покушали. Мне нет равных. Мне не очень нравится, что леди с двуручником бегает. О, куриное яйцо. Сейчас выпьем. Я на твоей стороне. Да, Лидия. Перебись. Если придется, я тебя убью. Так, пепел быстро обратились. Так, так, так. Так, так, так. Пошли за одним, пришли за другим. Замечательно. Ну так а чё они, собственно, сами выпендривались? Я, конечно, сейчас туда не попрусь. Я просто посмотрю, что тут есть. И поеду своей дорогой, как бы. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чё, тут нет никого?
Странно. Пусто. Ладно, хрен бы с ними, хрен бы с ними. Тут, оказывается, сопротивления-то никакого нету. Все как-то слишком легко. Где Лидия? Блин. Что это? Что это было? Да все, блин. Слушайте, это было очень стрёмно. Я даже и сейчас немножечко это жутковато стало. А там еще один идет. Откуда вы? Ах ты тварь! Да ты побежал! Может, они вышли из вот этой хрени, я черт знает. А, или вон там были. Тут, смотрите, конюшни у них. Правда, лошадей нету, но это ничего. Лидия, Лидия. Я тебя прикрою. Ты мне, да, нужна. Я хотела у тебя забрать кое-что. Я к твоим услугам. А, вот, а то я смотрю, ты там двуручником дерешься, ну тебя в задницу. А, я сейчас это у нее заберу. Веди. А, и положу к лошади в инвентарь. Но только сначала лошадь найду свою. А, не то. Ну ладно, я на лошади могу открыть. Теперь это возможно. Так, секира, вот этот меч. И два эльфийских меча. Так, теперь пыренька взяли и погнали отсюда. Я надеюсь, на пути-то больше никто не попадется. У вас в пень. Всех. Ну, Барт. Ну и черт с ним. Мы даже слезать слушать не будем. Так, ну нам по прямой, по-моему. Вот сюда. Ой. Да ё-моё, лошадь, поздно прыгаешь. Я нажала раньше. Та-та-дам-та-дам. Не поняла. А где стук копыт? О, драконий мост. Так. Ну, мы же вот тут можем подняться, по-моему. Да, собственно, эта дорожка туда и ведет. Ой, такая музыка сразу милая пошла. Прям, куда ж деваться? Ну, на улице никого нету. Ой, кстати, смотрите, барашки есть. Барашки есть! Вот козла, вот барашки. Офигеть, скорее нету вообще баранов. Прикольно. Лидия, тебе придется как-то ко мне перейти, Лидия. Только не надо, чтобы тебя... Не хочу, чтобы тебя смыло, точнее. Так, туман там. Опускается туман. Здесь, кстати, квестик должен быть. Как раз сзади бегут волки. Ну, я не сюда хотела.
О, фак! Ну теперь я точно не туда поехала. О, боже! Я собрала всех медведей в округе. Я вообще не туда уехала, а не туда. Все правильно, от страха. Нет, не сюда. Нет, нет! Нет! Блин, еще медведь. Где вы же, мое место? А. Еще волки. Блин, не туда заехала. Надо чуть пониже. Лидия. Вот сюда надо. Блин, медведь. Лидия. Нет, мне как бы... О! Мне просто впадло на них сейчас время тратить. Я обратно уехала. Но это вообще не туда. Как туда попасть? Блин. Короче, блин, это пипец. Ну, скотина. Мочи его нахрен, он не дает никуда уйти нам. Сам напросился, нехер было тут мне, блин, рычать. Скотина такая. Так, не туда. Легче, короче, переместиться, потому что я сейчас буду искать 2 часа дорогу до этой... до этого места, куда мне надо. И в итоге мы... всю серию идем, убьем на поиски, короче, место, которое я сама не пойму, как туда попасть. Блин, волки гребаные здесь лазят опять. Что такие вообще? Че вам тут надо? Нормальный вопрос. Для волчар. Чё, тут есть кому взбухать? Ага, вы здесь, да? Я тоже. Только попробуй, скотина. Ты тварь. Тихо. Нет. Ой, как хорошо, что я не попала ни в какую эту хрень. Ай-яй-яй. Получи, стерва. Так. Та-так. А, вот тут вот надо закрыть их к чертовой бабушке. Ага. Попался один умник. Кстати говоря... Кстати говоря... у меня, значит, что? Быстрое лечение? Так, значит, это в левой руке, да? 1. Быстрое лечение. 2. Атронах. 3. Исцеляющие руки. 4. Свет свечи. 5. Что мне еще нужно? Все, что ли? На 4 я бы лучше взяла, что лук, наверное.
На четверку лук. На пятерку исцеляющие руки. На шестерку свет свечи. А... Ну это вообще на восьмерку. А на семерку нечего, да? О, я ледяного поставила. Давайте на семерку ледяного, что ли, пускай так будет. Пускай, короче, как-то так будет, там потом видно будет. Да, чтоб тебя. Ну. Так, так. Усё. А? Ну что, сволочи? Сейчас вы огребете. Да, детка. Руби Крамса вырубивай. Ой. Цензура. Это тебе не с моей магичкой, сволочь. Хотя она у меня еще довольно сильная сейчас. Я сдаюсь, я сдаюсь. Да ты что? Я тебя закопаю. Страшно умирать. Вот так вот, скотина. Так, у тебя был гранат, и больше у тебя ничего полезного это и нету. Я сейчас тут все уделаю в вашей крови. Скоты. Щемитесь. Лидия, там сейчас будет ведьма, а ты поаккуратнее, дорогая. Ну, вообще была у меня, как бы, в другом прохождении, поэтому я думаю, что сейчас она тоже будет. Карга, по-моему, или как она там. Да нету никого, нету. Нету никого. А, нету, видишь? Я же говорю, все нормально. Так. Заходим, быстро всех рубим. И уходим. Зашибись. Нормально же? Я тоже так думаю. Все-таки наш девиз непоколебим. Руби Крамса, вырубивай. Так, Лидия, готовься. На какой свет свечи? На шестерку? Блин, вот зараза. Все-таки он... Ладно, тогда один. Нет, подождите. Тогда я поставлю лук на единичку. На двойку поставлю лечение. На тройку ледяного. На четверку огненного. Пятерка исцеляющая. Так. А, щит у нас. Еще щит у нас еще есть, да? Тогда ледяного Транаха я поставлю на семерку. А, два, три. Так, а щит я поставлю на четверку. Пускай будет. На всякий случай. Я вот даже думаю, может сейчас поставить. Лиди, иди ко мне. Иди сюда. Та-т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 а
ловушка. Да сделайте же что-нибудь.
еще скотина. Блин, меня сейчас грохнут. Давай. А, все равно попадают. Так, ладно, у нас там на двойку лечение было. Я знаю, что с двух рук лучше, но пока что вот так вот. Лидия, уйди. Тебе не взять верх. Умри, орочье дерьмо. Да. Собираешься заплакать? А? Блин, там где-то в меня стреляют, и не пойму откуда. Куда ты побежал, падла? А, того я не достану таким макаром. Блин. Да блин. Рот свой закрой. Лошара. А где еще один? А, вижу. Скотина лечится. Да что ты говоришь? Получи. Ага. Ты еще живой? И ты еще живой? Какого черта, собственно? Так, ну нам все равно в ту сторону идти, поэтому я сейчас сюда забегу. По-быстрому. Тут, по-моему, что-то должно быть. Нет, тут один скелет только и все. Нет, тут ни черта. Лидия, а на что там лечение-то? Лидия, там кто-то возмущается, как бы. Где? Все нормально, дорогая. Так, на шестерку сосечи у нас. А тут что-то вообще труба. Вампирского зрения-то нету. А без него что-то совсем плоховато. Ой, руны, руны, руны. Как же я делала, подождите. Так, вон еще одна руна. Может быть. Нет, стрела, это все фигня. Ой, тогда надо посмотреть. Там с помощью магии я делала. Не только пламя, да? Ну вот. Короче, вот как-то так можно сделать. Так, так, так. А можно, в принципе... Оба. Лидия, ну ты как, нормально? Вроде норм, да? Я же нормально смотрю. Так, ладно. Если придется, я тебя убью. Напрягись!
Ух ты, твою же мать! Так, ребята, у нас навыки есть свободные? Черт, из два. Я просто думала магию прокачать немножко, чтобы лечиться хотя бы по-нормальному. Так, быстренько соображать надо. Черт. Вы хотите сказать, что у меня нету зелья лечения, что ли? Стебетесь? Что такое-то? Ну, Лидия. Так, скотина. Так, ключик взяли, отлично. Блин, а здесь этот письмо изгоев. Так, Аларик, не думаю, что мы тут на севере обросли жиром и обленились. Матриарх была мудра, приведя нас сюда. Наш лагерь надежно защищен, наши ряды пополняются. Мы не собираемся красться в тенях, как ты, или плести мелочные заговоры с преступным сбором и лакеями. Когда мы нападем беспощадно и хитроумно, и захватчики падут. Таков путь настоящих людей предела. Ага, как бы не так. Так, ну давайте глянем, что там, к чему. А, ну, блин, я, по-моему, все, что можно было сломать, оставила на лошади, наверное. Так, истина, это так, взломщик, сапоги, там всякая хрень. Да? Так оно и есть. Все, да? У меня даже есть такая мысль, собственно, туда вернуться и... Ой. Вот оно где. Все-таки на единицу так, на двойку так, на тройку у меня будет щит, а быстрое лечение на четверку. На пятерку исцеляющие руки. На шестерку свет свечи. Огненный атронах семерка. И восьмерка. Давайте ледяного, может. А хотя нет, я ледяного атронаха, если честно, не очень люблю. Поэтому оставлю так. Все равно. Ну, у меня хотя бы будет один меч хотя бы выбираться, да, и из двух. Допустим, если мне нужно будет... Если мне нужно будет один меч, допустим, и что-то еще взять. А, не, не сюда. Нам же сюда. Блин, ну вот это опасно. Ага. Ну я так и знала. Лидия всегда попадает в переплеты.
Так, на тройке у нас щиты. Теперь ты в моей власти. Проклятье. Да пошел ты. Так, вот еще два голубчика лежат. И еще один. А у них нету ни хрена. Нужно, что ли? Да какой тут Лидия, осторожней. Фу, какая гадость. Какая гадость, это вообще заливная рыба. Так, соль. Это мы берем. Это всякая гадость нам не нужна. А, лесная долина. Зашибись. Ща мы встрянем. Или нет. Или да. Короче, сейчас увидим. Ну, собственно, это то место, где где-то должен быть сундук со шматьем, который я хочу. Там очень классная броня. Ну, чё так долго? Загрузка. Давай, изыди. Вот, видите, как хорошо. Ай. Так, такушки, такушки. Я думаю, что имеет смысл на этом нам закончить эту серию и продолжить следующий. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.